Всем добрый день! И в данном видео рассмотрим, как торговать отложенными ордерами через брокера Pocket Option. Отложенными такие ордера называются потому, что они могут исполняться в будущем. А условиями для исполнения могут выступать как цена, так и время. Чтобы создать отложенную сделку, необходимо на платформе брокера Pocket Option в правом боковом меню выбрать пункт «Отложенная сделка». Условия совершения отложенных сделок можно узнать, нажав на кнопку «Подробнее» внизу панели. И прочитав данную инструкцию, становится понятно, что максимальный срок отложенной сделки составляет 7 дней. И также при желании ордер можно отменить в любое время, если он еще не открылся. И для примера давайте попробуем открыть такой ордер. Оставим текущую валютную пару евро-доллар. Далее укажем время в будущем и установим ордер на полчаса позже. Обратите внимание, что выплату можно выставлять вручную в диапазоне от 10% и до 98%. Поэтому давайте выставим 98%. Далее необходимо выбрать период. И в этом случае имеется в виду экспирация. Оставим 1 минуту. И также необходимо указать сумму сделки. Пусть это будет 50 долларов. И теперь необходимо выбрать опцион. И это может быть либо put, либо call. В данном случае пусть это будет опцион call. И после нажатия на зеленую стрелочку, ордер появился в активных. Следующий отложенный ордер, который можно совершить, идет по цене актива. И разместить его можно по указанной цене. Валютную пару оставим ту же самую, и это евро-доллар. Далее необходимо определиться с ценой. И обратите внимание, что это может быть как цена ниже текущей, так и выше текущей. И при этом опцион может быть как call, так и put. Выплата указывается в таком же диапазоне, поэтому также поставим 98%. Период, то есть экспирацию, оставим также минутную. И сумму укажем также 50 долларов. И по итогу давайте откроем для примера и опцион call, и опцион put. Все активные отложенные ордера можно наблюдать на вкладке «Активные». На данной вкладке все наши открытые ордера. И здесь наш ордер ко времени, который исполнится через определенное время. И также тут наши отложенные ордера по цене, которые исполнятся тогда, когда актив дойдет до указанной цены. Текущую цену актива можно также наблюдать на данной вкладке. Как уже говорилось ранее, при желании каждый из ордеров можно отменить, нажав на красный крестик. Чтобы отложенные сделки приносили стабильную прибыль, необходимо использовать точные и эффективные индикаторы и стратегии. Найти такие индикаторы и стратегии можно на нашем сайте в специальных разделах, ссылки на которые будут в описании под видео. Помимо этого, на нашем сайте можно найти и множество другой полезной информации для бинарных опционов. Желаем удачной торговли!